Всем привет, вы на канале Дикая Пума, и мы будем играть в симулятор снежного леопарда. Но скорее снежного барса. Я уже тут немного начала играть. Я назвала себя Элли. Смотрите, какие прикольные леопарды. Или мне кажется. Смотрите. Раскраска. Вау. Круто. Вау, мне вот это нравится. Какие глаза, блин. О, волшебный, легендарный, эпический, редкий, обычный. Все понятно. Зайцы, песцы, олени. Ну, вы знаете, короче. Волки, северный олень, обычный олень, лось, белый медведь. Арктический олень там. Давайте добежим до дома тогда. Смотрите, я еще посмотрю. Вам показал. Тут есть свободное окно. Вау, прикольно мне это. Наоборот, вперед. Заяц куда-то убежал. А мы будем играть. Сырые камеры. Не надо на вот такого оленя, он очень сильный. Смотрите, какие птомцы наши. Обычный, редкий, эпический, легендарный. Давайте купим легендарного вот такого, знаете, кстати, у меня в Вайлдкрафте еще не загрузилось ничего. Я, наверное, единственный человек в мире, который очень мало играет в Вайлдкрафт. Те, кто играет... Очень много потом не будут играть, а те, которые не играли, будут играть. И те будут гордиться, что они всемогущие, у них все есть. Есть такие люди. Возможно, есть. Но это может быть все загрузилось. Давайте идем. Снежный леопард будет в лесу. Без снега. Странно. Бла-бла-бла-бла-бла. Да уж. Давайте. Опять девочку. И...
Ага, назовем сейчас девочку Пятка. Нет. Так, давайте елочка. Вот елочка. Готово. Короче, мой брат, он вообще малыш. Ёбки, как ты сказал, ёбушки. А он имел маленькие ёлочки. Ну, я-то не слышала, это мне потом сказали. Видите, что такое? А, подписчики. Хотите как-нибудь сыграем? Мой муж бегает, горел. Елочка, сколько ты стоишь? Купить! Не люблю ждать, ребят. Музыка прикольная. Нет, мне больше нравится приложение лайк. Посмотрим, что тут есть еще. Неужели пингвинчик? Ой, ты моя хорошая. Ой, ты хороший, какой лесной. Королевский пингвин. Императорский пингвин. Стой. Нифига себе. А ну пошли подок купим. Нет, малышка, елка, елочка наша. Так, это еще походу что-то. Редкий. Мост для прыжков. Вау, разве это не здорово иметь мост для прыжков у себя дома? Ты можешь прыгать с него, чтобы тренировать твои мышцы и рефлексы для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Плюс вот. А, это летающий мост какой-то. Круто. Круто. И там еще территория не разблокированная, которую надо разблокировать. А мы побежали. Давайте в следующей серии я сыграю онлайн, как всегда. Вы же меня знаете. Я люблю играть онлайн. Может, побежим к касатке нашей? Тигре было 2. А сейчас я не знаю. Убегаем! Люди в Голливуде! Уже за нами не бежит? Как говорят, ёбушки в воробушки спасли. Это не нормально. Но это реально! А! Ах ты ж козлёнок. Простите, ребята! Я иногда могу сказать что-нибудь в оправдание. Там мишка косолупый. Задание вылечить Бутовиша. Выполняем задание, получим монетки. Ну все знают. Играть, да? Меня всегда интересует, как сменить шорстку маме. Папе
Я смотрю всякие эти, как играют другие, все время там, например, Плумчата играет. И, например, хочется сказать, что я пока что... Покормите, я не могу ничего не делать, просто не хочу покушать. Сороком бы это было кормить. Вот, вот. А, точно, хотели купить. Сколько пингвин стоит? Я тут не посмотрела. Все, посмотрела и знать не хочу. Дорого. Наверху уже лед есть, я уже подумала. Я кот банкрот, называется кот банкрот. Ой, закрыть. Пишите в комментариях, что я бы купила еще. Хотите, чтобы я в следующей серии купила большую часть дома? Купила. Или вы хотите, чтобы я поиграла онлайн? Напишите в комментариях, что вы хотите. Только не все вместе, пожалуйста. Сначала одно, а потом другое. Окей? Например, вы пишите. Первое. Сначала поиграй онлайн, а потом все купи. Или второе. Сначала все купи, а потом поиграй онлайн. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Прикольно, кстати. И всем пока!